Всем добрейшего времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Александр приветствует вас, и вы на канале Linkwood Games. И перед нами Fear 2, First Encounter Assault Raccoon, Project Origin, собственно говоря. Мы не так давно, или давно, бог его знает, когда я выкладываю эту часть. Но, в общем, я ее прохожу, собственно говоря, сразу после Fear 3. Ну что же... Сложность стандартная. Поехали. Так, в текущую поддержку Дельты, выполняющие миссии в промышленной зоне Оберна. Ваша задача войти в дом Женевьевы Аристид из корпорации Arkham Technology, Armachem, и произвести ее предупредительный арест. Она сообщит вам точку назначения. Интересно, предупредительный арест. Так, что же, сохранение игры, не выключайте компьютер. Альма ждет нас в своих кошмарах. Цыпочка, ты куда? Вернись. Эпизод первый. Предчувствие. Девочка, я иду за тобой. Эй, не прыгай, там опасно. Оклемался. Вторая часть, насколько я помню, мне все-таки поприятнее будет, чем третья. О, какая древняя игрулька. Вот. Стримануло, ё-моё. Фокс, Гриффин, Яновский, Стокс. Под защиту. Мы считаем, что она напрямую связана с резней в главном офисе Архи. Как я уже сказал, не знаю и знать не хочу. Она важный объект, мы должны ее доставить. Это все. Делаем все по правилам и чистенько. Шеф, расслабься. Она менеджер. Что она сделает? Отправит сложную СМС? Дело не в ней. Командование считает, что совет директоров Армахем заметает следы. И они постараются, чтобы они не прижали лицензию зубами. Фокс, ты со Сторс. Киган, ты со мной. Бэк, Рэд, Мэнни, высади вас перед главным входом. Встречаемся в поле. Блин, почему я должен идти с Брэкетом? Потому что я не люблю нытика. А мы что, новичок? Ну это Дельта. А мы что? Еще раз, не стрелять просто так. Мы должны найти Аристид, а не снести ей башку. Не вылажи. Неужели эта баба так крута, что ее не смогут взять копы? Радуйся, что нас не бросили в офисе Арма. Там разведчиков было чем помогать. Ситуация выходит из-под контроля. Ваша остановка, парни. Да. Новые данные КПК. Пистолет-пулемет. Тап КПК. Так, произвести предупредительный арест. Так, встретиться с отрядом в вестибюле здания данные. Пистолет. Пистолет-пулемет. Так,
Так, у нас есть фонарик. Так, ну что ж, управление немножко нестандартное, то есть увеличение на shift, рукопашный бой. Может, так даже и будет лучше, я рукопашным пользуюсь много. Ред, Беккет, доложите обстановку. Все тихо, шеф. Хорошо, мы идем внутрь. Так. Шеф, кто-то пришил уборщика в туалете. Стреляли в затылок, в упор. И в холле стреляли. Один точно убит. Судя по крови, есть второй. Давайте быстрее. Сейчас бы чашку горячего. Блин, как много. Бегать неудобно, конечно. Думаю, ворота закрыты. Но ты же все равно туда не поползешь. Ты, блин, умник. Ворота закрыты. Понятно. Так, ну, фонарик. Слава яйцам был всегда на нужном месте. Так, что тут, кого убили? Да отвали, блин, козел. Не прошло и стали. Беккет наслаждался пейзажами. У нас неприятности, вперед! Да нет у нас неприятностей, у нас все отлично. Тут чисто! Пентхаус арестит, ведет отдельный лифт. Но он сейчас заблокирован. Подождите минуту, я разблокирую. А если хотите, идите по лестнице. Нахер! Захер Мазоха. Может, в аорту попали? В аорту? И какая это подключичная или сонная? Друг, шутки над чужим невежеством – признак неуверенности в себе. Надо скорее найти Арестит. Согласен. Бог, охраняй холл. Ред, на лестницу. Остальные за мной. По лестнице? Шеф, ты чего, не в себе? Там же 1000 этажей. Меня не колышет. Ключик. Игорь, что там? Черт! Там. Сукин сын! Да че меня тут бросает? Он теряет кровь! Черт! Я им займусь! Сокс, Беккет, идите вперед! Шеф, броня остановила большинство пуль, но одна прошла насквозь. Хреново. Да. Плохо, но жить будет. Стокс! О, это, кстати, классный пулемет, типа П-50. Да, магазин сверху лежит, с патрончиками в поперек. Эй, Киган, ты как там? Кажется, они задели аорту. Чувак, ты упарил! Какой вид, а? Да не то слово, блин. Ну, Беккет, Припять мне напоминает. Припять. Народ, смотрите, в кого целитесь. Врестит не стрелять. Напоминаю, она нужна на противник. Живой, иначе премиальных не будет. Приготовиться. Расходы. Да, нужно подкрепление. Беккет, шевелись. Внимание всем, похоже, у нас проблема. А я проблемы не люблю. Где эта чертова избушка? Пусть уже высаживают подкрепление. На балконе. А, не знаю, нафиг я это сейчас. Иди здесь, я найду другой вход. Рэд, ты где? Я там. Так, читать я это пока все не еще буду. Поднимаюсь. Жалкое зрелище, иначе не скажешь. Отсоси! Ну, все-таки не знаю, надо, наверное, поменять будет. Прицел поставить на shift. Сейчас по нам будут вести огонь, я так понимаю.
Поздновато, я уже пробежал. Это Женевьева Арестит. Вы слышите меня? Скорее! Они штурмуют здание. Похоже, это люди полковника Венека. Эта кровожадная тварь подчищает дерьмо за советом директоров. Если меня найдут, мне конец. Ах, кто ж туда послал тебя спасать? Да, кстати, в этой игре есть аптечки. Ложатся не быстро, это мне реально нравится. Переназначил. Где что? Что здесь было? Ну, одиночная. Зачем мне одиночная? Шеф, я поднялся наверх. Все чисто. Ну, наконец-то. Попробуй найти Стокс и Беккета. Так точно. Уже поднимаюсь. Прикольно. Здесь так много всяких аптечек. Вообще жестяк. Угу. Что же, Женевьева Арестит. Ну ты ж ё. Подкатик. Почти нет. У меня тоже. Видно, они навалились на брекеты. Я возьму на себя этот сектор. Все тихо. Ложите. Так, ну эти двери у нас сейчас закрыты, да. Туда можно не лезть. Ух. У нас патронов просто дофигища. What the fuck? Почему так темно? Ага. И нифига здесь нет.
провела здесь 12 лет в темноте. Ух, какая худющая. О, спасибо. Я вижу вас с помощью охранной системы. Осторожней, их много. Направляйтесь в базу. Там есть потайная дверь. Черт, кто-то глушит сигнал. Ничего, мы разберемся. Блин, немножко мышка дергается резко. Теряюсь я. Я немножко теряюсь. Так, сохранялочка. А это говорит о чем? Думаешь, кто-нибудь поверит, что совет директоров не знал про эти гребаные проекты Арестит? Поэтому нас сюда и позвали. Без улик никто не... Так, прошу прощения за звуки посторонние, это мне. У меня максимум здоровья, да? Да, не похоже же на максимум. А, хотя да, у меня же бронежилет. Молодца. Да, сколько мне тут что-то Doom напоминает, вот эти всякие записнички. Оу. Харлан, надо остановиться. Она слишком опасна. Харлан, это... Хочешь, да. Хочешь, чтобы я замуровал свою дочь? Босс третьей части. Ты знал, что будет так? Мы оба знали. Она его дочь. Дочь? Ах, а кто же ее мать? Сержант Беккет, где остальная команда? У нас мало времени. Вы и ваша группа — наш единственный шанс остановить Альму. Она вышла погулять. Боже, это она. Упрямый сукин сын, похоже, свел нас всех в могилу. И кто этот сукин сын? Харланд? Сержант Бэк, что-то не так? В чем дело? Да вообще все не так. Ты растворилась. Стоять. А, закрыто. Промахнулся. Она стала женщиной и даже не осознает этого. Че, месячные пошли? Стала женщиной. Оружие, блин, какой боец оружие бросил? Это еще что за херня? Альма. Нет, это ядерный взрыв. Это была атомная бомба. Боже мой. Я проклят! Бекет, вали! Что происходит? Рэд, доложи! Вот такие дела. Ядреный взрыв. Нифига себе. Красиво. А это что за спецназ такой в костюмах? А, вот Женевьева. Забирайте его. У нас мало времени. А где же ее охрана была раньше?
Убежище пройдено. А монитор там херячит. Ух, электрик. Сделаем так.